Это соединение мыслей, движения, воплощение движения за счет музыки и плюс поднять настроение и тонус. Михаил Брулев ремонтирует квартиры, а в свободное время танцует танго. Говорит, танцевать начал еще 3 года назад, чтобы составить пару своей девушки. Девушка ушла, увлечение осталось. Сегодня Михаил и другие самарцы участвуют в танго-флешмобе на набережной Самары. Мужчине нужна женщина, женщине нужен мужчина. В танце рождается искусство, счастье и любовь. Танго все это дает. Горожане приняли инициативу с радостью. Очень приятно. Заметно, что люди подготовленные вышли. Полюбоваться пришли, как люди умеют танцевать. Позавидовать, хорошей завистью. Смотришь направо, танцуют танго. Смотришь налево, играют спортивные игры. Классно, приятно смотреть. Даже не заинтересованно. Такие же флешмобы одновременно прошли и в других российских городах. Самарские организаторы пообещали на этом не останавливаться. Семен Безгинов, Константин Головин, «События».